яровая пшеница триза. Участок здесь у меня где-то гектара, наверное, 2-3. Норма высева здесь 1,5 миллиона. С междурядьем 25 сантиметров. Где-то 60 килограмм. Масса 1000 была, 40 грамм. Предшественник соя. Сейчас уже пшеница пытается сомкнуть рядки. Так очень приятно выглядит. Что касается кущения, здесь было повреждение злаковой мухой, то есть я как раз здесь и показывал эту неприятность. То есть один стебель мы потеряли с растения практически, не на всех, но процентов, наверное, 80 растений было поражено этим вредителем. И в то же время, как бы, я хочу сказать, что пшеница справилась с этим, она достаточно сильная и раскустилась, сформировала еще, допустим, вот беру, раз, два, вот как раз тот стебель, который поврежден злаковой мухой, был поврежден, так, 3, 4, 5, 6 стеблей. 6 стеблей на одном растении. То есть, неплохой эффект. Для триза. Так что вот так. Сегодня у нас, не помню какое, сейчас посмотрим, 6 июня. Триза 1,5 миллиона.